один гной. Угу. Толстый один гной. Одинарный. Одинарный. Угу. Собирай, сыночка, собирай. Я уже эту грядочку почти дошла, тут еще будет он, видите, зеленый. Покажу. Вот еще дозревать будет много. Тут такого есть, что будет дозревать. Какой-то уже посох, а вот какой-то еще дозревать будет. Вот, вот, вот. Еще рвать будем. А этот уже на суп собираем, на семена собираем, который высох на семена. Который желтый просто на суп. Вот такой его уже кушать. Он твердый. А на борщ, на суп, вернее, зеленый, шикарный будет. Так, немножко мы пообедали и обратно вышли. Еще чуть-чуть осталось. Почти докопали эту часть. В огороде. И верный спутник, да? Возле нас бегает. Бегает. Спутник верный. Да, да. Да. Вот так. Вот так. Так, а здесь мы уже что собрали? Не, не собрали вот здесь. Сколько здесь вот этих мошек. Таких мошек. Колючек. Я же их полола сколько раз, вот покажи. А сот? Да, лезет и лезет. Это сорняки. Угу. Противный такой сорняк этот. А мне противные мухи. Мухи? Нет же никаких еще мух. Есть. Ну удели же ему минутку. У кого? Малышу? Да. Да у меня руки грязные, он мне мешает. Я говорю, не могу... Погладь его тыльной стороной... Смотри, мне нужно... Тыльной стороной ладошки погладь его. Он мне мешает. Мешает. О, видишь. Чем больше я его буду гладить, тем больше он будет за меня крутиться. Вот мне нужно вот так сделать. Он лежит здесь. Уже пришел. Так, уйди. Морда, уйди, серая. Серая морда. Я тебя дома буду гладить. А на огороде иди. Видишь? А теперь еще. Вот чем больше его гладишь, тем больше она возле меня крутится. А мне же картошку нужно собирать. А вот, рыжая морда. Ой, серая крутится возле меня. Как всегда. Оставляю тебя в гордом одиночестве. А? Вот у меня сейчас все. Ты уже докопал, да? Да. Солнце печет. Мы больные. Упасть хочется. Мы детей уже отпустили домой. Нет сил. Да. Мы всю картошку выкопали. В принципе, там немец остался. И там немножко. Ух, нет сил просто. Еще будем сейчас копать немецкую картошку. Наших друзей, которые присылали нам из Германии. Олечка, копаем твою картошку. Вот это тыква. Огромная тыква. Ай. Че, рвать ее будешь, не? Не, я пока хочу. Угу. Зеленая, смотри. Не дозревшая еще или ты думаешь? Нет. С хвостиком таким интересным, видишь? Угу. Так, ну что? Немцы в Сибири. Ну, надеемся, что здесь картошка есть. Да, она такая, как была, такая мы ее... Да, она мелкая. И собираем. Не то, что мелкая, она такая длинненькая. Хорошо, сыночка. Потом расскажешь. Но все равно мелкая. Видишь, какая она. Второй. Ну куда ж ты? Я уже здесь разобрала, ты мне каку сделал такую. Вот. Мелкая. Надо, мне кажется, она еще бы была в земле и была. Посмотри, она зеленая вся стоит. Но у нас морозы будут. Приходится все, копать. Мы копаем. Но этот сорт мелкий. У нас 4 сорта. Посмотрим, какая следующая, какой будет. В принципе, вот, которую мы сажали, она вот такая тоже была, узкая. Ну-ка, здесь. Ну да, она вся такая. А это вот второй сорт, смотри, посох. Да, второй сорт. Быстрее. Второй сорт полностью. Да-да-да, кстати, второй более ранее, значит. А первый нет. Третий, четвертый. Ну, сейчас будем смотреть, потом покажем.
Ребята, картошка мелкая, но по урожайности впечатляет. Вот это с одной картошки. Это вообще во сколько раз больше. Вот это, вот покажи, вот это с пяти картошек. Маленьких вот таких. Пяти штук. Пяти штук. Не, с семи. Здесь раза с семи? Семь. А, семь кустов, семь картошек. Вот это. Единственное, наверное, вам вопрос в том, что у нас она поздно созрела. Поэтому, мне кажется, она бы еще дошла бы, потому что мы ее зеленую копаем. Вот эту уже сухую Боря копал. Да, Боря? Да. Эту сухую. Тут это сухая, такая и есть. Ну там дальше чуть-чуть. Вот она мелкая, она и была. Это третий сорт. Такую. Она мелкая. Вот, а четвертую еще не копали. Попробуем по вкусу. Если очень вкусная, будет смысл ее выращивать как лакомство. Потому что все-таки мелковатая она. Не очень приятно мешками вот такую чистить, конечно. Ну вот, наверное, бесспорный чемпион из всех сортов, которые мы выкопали. Вот это один куст. Это с одной картошки. Это второй куст. Это вот третий куст. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой. Да, эта картошка, конечно, поражает своими. Вот это с семи кустов второй сорт. А то с семи кустов. Еще нет. А, ты. Ну там чуть-чуть, сколько ты, ну, да, десяток добавишь. А тут, конечно, такая. Сейчас посмотрим, что нам четвертый. Так, ну вот, для сравнения. Значит, это четвертый сорт. Из семи кустов. Вот сколько у нас получилось. Вот это третий сорт. Вот это третий сорт. Из семи кустов. Вот это два тоже чемпиона, но здесь больше равномерно, а здесь мелочи крупные. Это второй сорт. Здесь немножко. Из семи кустов. А это первый сорт. Тоже немножко. В итоге у нас получилось. Где? Вот. Четыре таких кучки. Вот та и вот та, самые две большие. Это самая маленькая, ну а это средняя, да. Мешок не взяли. А, да, да. Ребята, в бане. Мы после картошки, после копки ужин готовлю. Это мед у нас со смородиной. Варенье натуральное. Сколько витаминов можно получать весь год. Вот такие бутерброды делаю со смородиной, с медом. И какао. Ну, папа чай будет. Все остальные какао. Такой у нас сытный, полезный ужин будет. Более серьезного обычно вечером не хотят никто ничего. Мы более такую серьезную пищу, суп, например, едим днем. А вечером перед сном сладенькое. Сладенькое, да, все хотят. Варенье такое, ой, классное. Не порчено, оно не перекисает. Ничего. Рецепт, может, вы первый раз смотрите нас, мало ли, на канале есть рецепт заготовки. У нас есть плейлист такой интересный, заготовки на зиму. Вот найдите его на главной страничке канала. Такую капусточку только что сорвала. Не помню, брокколи, если не ошибаюсь, называется она или как. Не, не брокколи, или брокколи. Да, брокколи. Да, зеленая. Вот, сейчас буду делать борщ. Нарвала зелени разной.
Паша петрушечки нарвал, да? Борщик будем красный делать. Будем? Угу. Все. Она какая? У нее как капусту можно есть, как любую капусту. Если понравится, будете кушать. Как цветную вы ели тоже. Как обычно. Да. Можно еще? Да. А я думала, брокколи невкусные. А, представляете, они у нас и цветную капусту сырую едят. Ты где такую картошку нашел? Папа выкопал. Покажи. Ого! Это на том втором огороде, да, который заросший? Да. Вау, пойдем сейчас снимать. Ну, пойдем. Да. Сейчас я борщик уже доварила, сейчас я посмотрю, закипел или нет. Не, не закипел. Мне нужно помой, подождать, пока борщик закипит, и пойду к вам. Подожди. Что? Я не понял, как это? На то, что заросший, на нем выросла вот такая, а то, что не заросший, на нем меньше выросли. Кто-то такая попалась, видишь? Да, горошек, горошек. Пытались нарвать горошек там в самом центре. Там, на мне сел паук. Я подумала, что он захотел на мне сплести паучину. Все смеялись. Папа сказал, чтобы он сплел на тебе паучину. Я должна не двигаться и полдня так стоять. Да, правильно папа тебе сказал. А это горошек? Горошек собирали. Теперь можно, зеленый можете есть. Ну бегите, сейчас борщик закипит, я к вам приду. Бегите. А можно взять пока что? Забирай горошек, я еще буду собирать его. А зеленый можете кушать весь. Забирайте. Все, идем помогать. Помогать папе идем. Да, Сашуня? Пойдем, пойдем, папе, пойдем. Да, да, давай, давай, давай. Сегодня второй день копки картошки. Нам еще чуть-чуть осталось. А вы горошек поедаете? Да. Понятно. Ну, пойдем, смотри, что папа делает. Да, будем все собирать. Ну что скажешь? Будь здорова, Аня. Так довольно неплохая здесь картошка. Там, где она выросла. Мама, да, Боря? Там вообще нет. Там вообще нету. Ведро. Ну там, видишь, там был этот осот. Я его рвала, рвала здесь. Посередине, я уже говорила, был такой трава, как-то, ну... Ковер травы. Как будто бы целина. Мама. Мы с ней боролись. Короче, толку не было. На первом все в копке, та большая картошка была. Ну, хорошая вот здесь. Вот здесь, я думаю, будет хорошая, да, с краю? Здесь было меньше сорняка. Ну, давай. Будем сейчас собирать тебе помогать. Показывай. Мы сами сделали с Пашей лавочку. Лавочку сделали с Пашей? Да. Ну, молодцы. Ну, покажешь. Ну, сядь на нее. Но! Забирайте ее в дом. Я ее уже вставила в дом. Молодцы. Плотники. Что? Плотники маленькие. Сегодня нам весело. Мы дальше копаем огород. И нам вон... Да, по селу через вот этот громкоговоритель играет музыка. О, уже не играет. Сейчас будет обратно играть. Что, Сашка? Посмотрел такой. Самый лучший работник. Поедает горошек. Когда нам дадут спокойно поболеть, а? Отпуска хочу. Мы до Ютуба не добираемся. Я уже ничего не читаю, ничего не делаю, не могу, нет сил. Мы болеем. Два дня солнца и хорошая погода, потом дожди и заморозки. Все. На вечер мы все падаем с ног. Даже уже к обеду. Вторая половина дня это у нас испытание, потому что все измотаны болезнью. Все чихают, кашляют. Хорошо, хоть на улице тепло. Прогреваемся. Но реально силы, где их брать? Не приходится.
нам там советовал. Ребята, болейте, лежите целыми днями. Лежим. Вот. Видите, как лежим? Что? Это больничная койка такая на огороде. Зеленая. Ой, малыш, опять. Молодец. Еще раз. Говорит, ну, мама, хочу показать, как я прыгаю. Молодец. Умничка. Пойдем арбуз кушать. Что? Пойдем кушать арбуз. Да, ты меня ждешь. Я фотоаппарат ходила забирать. Пойдем, пойдем арбуз кушать. Пойдем. Побежали к папе? Побежали, побежали, побежали. Желток занял будку. Сидит, а ты что? Ой, хорошо. Немножко солнышко спряталось. А то такая жара, что находиться невозможно. Фух, мы немножко перекусили, покушали, вернее, хорошо. Пообедали. Ребята пошли куда-то играть. А мы вот здесь пошли работать. Да. Папа горошек собирает, ест. Да, папа горошек собирает, ест. Скажи, классно. Я вот подготовила грядочку к сбору картошки, поубирала сорняки лишние, которые пробивались, листья у капусты немножечко поубирала лишнее, целая гора листьев вон вышла там, там, немножко прошлась. Мы даже не представляем, как мы будем копать. У нас экспериментальные грядки, это те, которые мы немного присыпали землей. Ну, смотрим, первая грядка, значит, вот здесь вообще землей мы не присыпали, вот этот ряд. А вот этот ряд присыпали землей немножко маленьким слоями, листьями и всем подряд. Ну, отличная картошка. Только как ее теперь сюда доставать? Может, ее сюда выбрасывай? На бок? На сторону? Да, да. Не на друг друга, а на сторону. И там ту. То есть вот так? Ну, я скажу так, если сравнивать плоды... что здесь мы сажали одинаково. Да, Боря? В принципе. Правильно, Боря? Если для сравнения. Да. Да. Но сразу скажу, что... Там копать удобней. Да, там копать удобней. Здесь а удобнее. Не здесь траншеи. Не пойдет такой способ. Угу. Это там, где у нас была такая траншея, а потом мы землей засыпали. Можете посмотреть посадку картошки, там с самого начала у нас было. А вот здесь, ну, посмотрим, как будет здесь. Сейчас мы эту выкопаем, потом сюда перейдем с ней.